Окна закрыть. Приосаниться. Добрый вечер, дамы и господа. Присяжный поверенный Клим Ардашев проводит допрос. Напряженная сцена как будто со страниц детективного романа. Впрочем, так отчасти и есть. Жертву в стенах Старопольской краевой библиотеки сыграл литературный отец Клима Пантелеевича, популярный писатель Иван Любенко. Здесь прошла презентация его новой книги с интригующим названием «Поцелуй анаконды». Это уже 10-я юбилейная книга ретро-детективной серии, сборник таинственных историй и расследований. События происходят в купеческом Старополе начала 20 века. На встрече автор приоткрыл завесу тайны и новых произведений. Вы, наверное, знаете, что все романы идут год за годом. Вот если первый «Маскарад со смертью» — это 1907 год, соответственно, каждый последующий — это 8, 9 и так далее. Так вот, 16-й год — это «Киевский лабиринт». Ардашев оказывается в Киеве. Но связано опять со Ставрополем. Встречается там с Кашириным, который находится в командировке. И они вместе расследуют ряд преступлений. Не буду рассказывать подробно. В марте прочтете. Поздравить Ивана Любенко пришло более 100 человек. Все гости литературного вечера смогли лично пообщаться с писателем, а также приобрести новую книгу с автографом автора. Марк Атлиский, Мария Жирова, Александр Лукяшко, АТВ, Ставрополь.